Всем привет! Поздравляю всех с Масленицей и хочу показать вам, как приготовить тонкие блинчики практически из ничего. Вам не понадобится ни молоко, ни кефир, ни яйца, а блинчики при этом получатся вкусными и красивыми. Необходимые ингредиенты смотрите в описании под видео. В миску всыпаем просеянную муку, соль, сахар. Перемешиваем и постепенно вливаем воду. Размешиваем до однородного состояния, чтобы не было комочков. Наконец вливаем 3 столовых ложки подсолнечного масла и хорошо перемешиваем. Нагреваем сковороду, смазываем ее подсолнечным маслом. Наливаем порцию теста и распределяем по всей плоскости сковороды. Выпекаем пару минут с одной стороны, переворачиваем и жарим еще несколько минут. Так поступаем, пока не закончится все тесто. Вот и все. Вкуснейшие постные блинчики на воде без яиц и молока готовы. Приятного аппетита и пусть вам будет вкусно! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал.